Сегодня мы будем готовить фруктовый смузи. Для этого нам потребуется 1 банан, киви, клубника, сахар, либо мед по вкусу и био-йогурт. Вместо йогурта вы можете использовать любой молочный продукт – сметану, кефир, молоко по желанию. Первый слой нашего смузи будет банановый. Для этого в емкость добавляем немного йогурта. Кладем банан. И взбиваем все до однородной массы. Мы смешали банан с йогуртом, приступаем к следующему фрукту. Добавляем йогурт. В данном случае йогурта добавляем намного меньше. Добавляем столовую ложку сахара. Добавляем киви. Взбиваем блендером до однородной массы. Мы смешали киви с йогуртом, приступаем к следующему фрукту. Смесь йогурта с клубникой. Йогурта совсем немножко. Столовая ложка сахара. Сахар можете добавлять по вкусу, больше, меньше, как вам нравится. И клубничка. Все смешиваем до однородного состояния. Смесь из клубники у нас тоже готова. Вот такой красивый, насыщенный цвет у нас получился. Мы смешали отдельно все фрукты с йогуртом. Смешанные с йогуртом фрукты по очереди наливаем в бокал. Делаем это аккуратно ложкой. Первый банановый слой у нас готов. Мы можем продолжать добавлять другие фрукты, но для того, чтобы не смешивались наши слои, нужно каждый слой пересыпать либо тертым печеньем, либо тертым шоколадом, либо на ваш выбор еще чем-нибудь. Первый банановый слой мы пересыпаем тертым шоколадом. Продолжаем аккуратно наливать теперь уже клубничный слой. Сверху клубничного слоя мы добавляем тертое печенье. И продолжаем добавлять последний фрукт – киви. Наш фруктовый смузи готов! Приятного аппетита! Подписывайтесь на видеоканал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи!